В этом году на ремонт дорог Аральского района выделено свыше 7 миллиардов тенге. Проведен средний ремонт улицы райцентра ряда аулов. В ходе пресс-тура журналисты ознакомились с работами по благоустройству самого северного района области. Жители аула Аманоткель не нарадуются. Раньше при дождливой погоде из-за слякоти невозможно было пройти по улицам. Теперь улицы в школу, детсад полностью отремонтированы. В рамках программы АУ Ельбесыга на трех центральных улицах проложен асфальт. Из года в год хорошеет наш аул. В этом году заасфальтировано три улицы. Раньше при дождливой погоде невозможно было пройти. Теперь улицы в школу, детсад полностью отремонтированы. Акимат еще земли подготовил под бахчу. По доступным ценам все мы сделали запасы. В прошлом году в рамках этого же проекта в ауле был построен физкультурно-оздоровительный комплекс. Сельская детвора занимается в секциях по вольной и греко-римской борьбе, волейболу и тхэквондо. Мы открылись около двух месяцев назад. По четырем видам спорта проводим тренировки. Свыше 200 детей посещают и еще продолжают записываться. В ауле Кызылжар тоже совсем скоро будет решена большая проблема. В октябре будет сдана амбулатория стоимостью 400 миллионов тенге. В строительстве объекта в основном были задействованы жители аула. «19 июля начали, 19 октября планируем завершить. В амбулатории 46 на 12 будут созданы все условия. Дневной стационар на 15 коек, кабинет стоматолога, аптека и так далее. 15 местных жителей привлечено к строительным работам. Аул хорошеет. Сейчас строится большая трасса, дорога в сторону аула Шумишколь. Также ведется строительство новой амбулатории. Население довольно». Одной из проблем кызылжарцев было также аварийное состояние дороги, которая ведет в населенный пункт. Она также поэтапно приводится в порядок. В прошлом году было отремонтировано около 6 километров. В этом году будет проведен ремонт оставшихся километров. В районе из года в год увеличивается площадь посевов. В прошлом году было засеяно 700 гектаров. В этом году 1000. Кызылжарцы посадили дыни, арбузы, картофель, овощи на 7 гектарах. Урожай в этом году хороший получили. В своем ауле и в соседних сбываем продукцию по низким ценам. Малоимущим семьям помогли. Будем и дальше расширять посевы. Блага программы АУ Ельбесыга реально ощущают и жители поселка Сексиуль. Здесь проведен средний ремонт 6 улиц. В этом году в Сексиуле 6 улиц заасфальтировали. На следующий год разработаны новые проекты по ремонту улиц, установкой освещения и прокладкой тротуаров. Раньше все эти улицы были проблемные. Теперь любо-дорого смотреть. В этом году в поселке введена в эксплуатацию спортивная и игровая площадка. Открыта футбольная секция, и уже дети показывают хорошие результаты. На областном турнире по футболу юные сексиульцы заняли призовое место. На турнире в Кызылорде второе место заняли. Довольны. Дальше продолжаем тренировки. Большое спасибо за поле. В городе Аральске до конца года будет проведено освещение на 42 улицах. Кроме того, на средства областного бюджета благоустроена площадь Жалантос-Бахадур. Здесь установлены скамейки, фонтан, фонари, построены площадки для детей и мини-футбола. Лимар Иргебаева, Асхар Тажиев, Паужан Кужамуратов, Торихан Кужахметов, телеканал Кызылорда.